В переводе с латинского «культура» означает «воспитание» и «возделывание». Она отражает образ жизни человека, его мировоззрение и систему идеалов. Работники культуры, в свою очередь, позволяют людям наслаждаться музыкальным, драматическим, изобразительным и скульптурным искусством, а потому в полной мере достойны своего собственного праздника. День работника культуры, который празднуется 25 марта, неизменно ассоциируется с вручением наград для работников культурной сферы. Не стал исключением и этот год. Жизнь устроена так, что человеку хочется сделать очень много, но его, скажем, скромные возможности не позволяют делать то, что он несет в себе в душе. Но в любом случае, знак человеческого внимания никогда не остается без звука. Он всегда остается в нашей доброй памяти, доброе отношение к нам всегда запоминается. Сегодня встретиться с нашими коллегами, с работниками культуры и высказать свое отношение к нашим проблемам и к нашему празднику пришли глава администрации муниципального образования Кашкабельский район Хамир Зарзаур Аскарбеевич и председатель районного совета народных депутатов Брянцев Александр Валентинович. Конечно, было бы странно, если бы в этот день нас не пришли бы поздравить глава сельского поселения нашего аула Борсов Хазрет Газраилович и наш постоянный друг, наш единомышленник и товарищ, председатель Адыгахаса Амин Хатареевич Непшикуев. Далее слово предоставили главе района Зауру Хамирзову. Есть несколько профессий, в котором разбираются абсолютно все, но которые могут делать единицы. Вот говорят, у нас все умеют лечить и учить. Вот профессия культработника, она дана, наверное, от Бога. Не каждый человек способен учить детей, любить прекрасное. Я глубоко признателен вам за вашу деятельность. Мы и Совет народных депутатов, и администрация, и Рауф Мурадинович всегда стремимся помочь во всем. Я искренне поздравляю вас с этим замечательным днем. Я считаю, что мы все занимаемся одним делом. Мы все исполнительная власть. Все для людей, для детей, для народа. Да, зачастую очень многое не получается. Но я знаю, что мы стараемся, вы стараетесь. И с вашей помощью, я думаю, мы все время будем идти вперед. Еще раз вашим профессиональным праздником. Счастья всем, здоровья, успехов, удачи. Спасибо. Почетной грамотой за образцовое исполнение своих профессиональных обязанностей и в связи с Днем работника культуры наградить почетной грамотой Гучеву Валентину Викторовну, специалиста филиала СДК «Поселок Майский». Пяткову Наталью Николаевну. Хамдохову Замирет Нурбиевну. Какужеву Марзиат Нурбиевну. Кашкабельский район. Хаконова Хамид. Котову Мариету Мухарбиевну. Самыми искренними пожеланиями в адрес культработников обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, после чего вручил почетные грамоты от Совета народных депутатов. В преддверии вашего профессионального праздника от души хочу поздравить вас с этим праздником, с этим хорошим праздником. Несомненно, вы в жизни выбрали, наверное, правильный, нужный вид деятельности. Пускай, наверное, как и в этой работе, так и в жизни с вами будет рядом удача. Будь здоровье, счастье, благополучие. Пускай вы будете всегда полны своих творческих планов. И пускай, несмотря ни на какие в жизни передряги, ваш вид деятельности, ваша работа всегда будет востребована для общества, для людей. И вы за эту работу будете всегда получать достойную заработную плату. Почетной грамотой награждается Малахова Сайдет Аминовна. Почетной грамотой награждается Регнер Анна. Поздравлением присоединился председатель общественного движения Адыгахаса Амин Непшикуев. Адыгахаса, все его члены во всех аулах прекрасно понимают, чем вы заняты. Мы прекрасно понимаем и видим, сколько трудов вы тратите на наших ребят, на подрастающее поколение, в их воспитании, в духе патриотизма, сохранения наших традиционных обычаев, традиций.
и знание своего родного языка. Мы вам от души, значит, от члена Адыгахаса примите поздравления. Будьте в здравии, в силе, чтобы ваши полномочия еще больше расширились, чтобы ваше влияние на людей стало еще большим. И народ, значит, я вам честно скажу, отзывается очень хорошо, добро, и понимает, что вы являетесь подспорьем в воспитании подрастающего поколения. И сегодня решением Совета Адыгахаса я тоже, значит, полномочия наградить почетной грамотой Аюбову Эму Хузировну. Написано на адыгейском языке. Девочки, спасибо за многолетний труд, участие и помощь общественному движению Адыгахаса. Айопсон. Хачумизова Маргарета Александровна. Айопсон. Сабимину Адыгахасу и Адыгахасу и Адыгахасу. Аллахам Азубит. Чужинов Давлет Козраилович. Молодой специалист, носитель прекрасной жизни. И Хамдохова Замирет Нурбиевна. От лица Кашхамского сельского поселения присутствующих поздравил глава поселения Хазрет Борсов. Да, приятно вас поздравлять с таким профессиональным праздником. И каждый год мы с удовольствием приходим сюда, поздравить вас с вашим таким прекрасным днем. И сегодняшний день тоже не является исключением. Поэтому от души я вас всех поздравляю, от себя лично, от Кашхабльского сельского поселения. Пожелаю вам самого крепкого здоровья, удачи, успехов во всем. Начальник управления культуры района Рауф Мурадинович Хурьям также поздравил с предстоящим праздником своих коллег и поблагодарил их за любовь к своей профессии. Я абсолютно искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. В отличие от меня, который работает в этой сфере чуть больше 4 лет, тут сидят люди, которые работают 5, 10, 20 и даже больше лет. И только благодаря усилиям ветеранов, скажем так, в хорошем смысле этого слова, культурного движения, мы иногда, а может быть и не иногда, добиваемся хороших результатов. Мне очень приятно это, и поэтому, естественно, ни один руководитель ни на что не годен, если у него нет грамотных, толковых, неравнодушных коллег. Поэтому всем вам большое спасибо за ваше неравнодушие, за вашу любовь к своей профессии. У меня тоже есть, скажем так, почетная такая миссия. Каждый год в преддверии этого праздника Министерство культуры Республики Адыгея дает нам почетные грамоты. И поэтому я с удовольствием вручаю почетную грамоту Министерства культуры Республики Адыгея Аюбовой Эми Хизировне. Можно делать прекрасные мероприятия, можно ставить хорошие концерты, можно делать очень грамотные отчеты наверх. Но всего этого не будет видно, если это не освещается, если это не пропагандируется, если это не рекламируется. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу выразить самую искреннюю признательность нашим средствам массовой информации. Это газета, это телевидение, это общественные организации. Конечно, отдельное огромное спасибо Борсову. Когда нам плохо, каждый раз мы бежим к нему, потому что он под боком, он ближе всех. Еще раз вам всем большое спасибо. Обещаем, что мы будем стараться поддерживать с вами самые теплые отношения, и мы останемся друзьями на долгие годы. Я хотел бы эту грамоту в первую очередь вручить Амину Хаталевичу. Телевидение, пожалуйста. Большое вам спасибо. И, конечно же, газета. Конечно же, эта грамота предназначается не одному конкретно человеку-руководителю, а всему коллективу средств массовой информации. Еще раз большое спасибо. Затем от лица культработников выступила Эмма Хизировна Аюбова. Приятно, что Министерство культуры так оценило нашу скромную работу. И я думаю, меня поддержат все коллеги. Мы будем стараться работать так, чтобы наш родной Кашхабльский район всегда был первым. Мы также присоединяемся ко всем поздравлениям и надеемся на дальнейшее сотрудничество.